Квалу проебали, делали, теперь это на идее. С каждым годом все лучше. Просто не с чего расстраиваться, понимаю, если бы там проиграли, вы сделали. Просто ошибаемся. Даже 4 в 2 не будет. Ну типа, что? Какого он вообще активного автора? Там чего у нас 2 нападают в миде два героя, 2 нападают против героя под дрочками. Ни где не нужен. Ну это ж типа, проблема в чем-то другом была, очевидно. И проблема не проебана в миде, Глеб. Абсолютно. Ну проебал, что Все прошиваются, но лично команду не сделали за 4 игры. Бармулов. А о чем еще? Конечно, тяжело игра. Сидеть и пытаться надеяться на личный скилл там или что. Да, можно было на личном скилле сначала фанаса. Это уже надо было сделать. Дались на все лампы. Ай-яй-яй-яй. Чё, парни, не расстраивайтесь, так бывает. Не старались. Это главное. Что, let's go? Let's go.
А я говорил тебе. Курить надо было. Открой, проверь. Открой, проверь. Есть кейс? Нет, я думаю, что у меня дырка будет пасту. Меня начинает давить, я ему даю дырку. Даю дырку. Он пасту. Блядь, это то же самое на КВ. Самое где-то хочу пасту делать. Ебаный метр такой. Пасту чистую почти не придет. Вроде сюда нельзя, мне кажется. Ну, слушай, я сам не могу. В этом... Я тебе так максимально туда. Yeah, I will bring it to the filter. Thanks. Ну что, ребят, закончился путь команды Nine Pandas на этом турнире. Что сказать? Да, честно, на душе грустно и печально на самом деле. В этом дерби не хотелось бы, чтобы вообще никакая команда не проигрывала. И вообще всегда неприятно, когда проигрывают команды из нашего региона, потому что, ну, все-таки... Там я уже со всеми познакомился, вы познакомились с ребятами через видео, и вот ты вот всех знаешь и смотришь, и... Ну, они все как родные, не знаю, и за каждого переживаешь, и очень жаль. Жаль, ребят. Что еще хочу сказать? Хочу сказать, что... Все предыдущие турниры, которых я видел Рамзеса, он после проигрыша, будь это там Бали Мейджор, будь это Берлин, он очень сильно расстраивался и был поникшим. На этом турнире я такого не увидел, но что я увидел, это то, что он подошел ко всем ребятам, поддержал, сказал слова поддержки, наставления, что все нормально, это не так важно, все будет хорошо, и считаю, что это очень важно, особенно для молодых игроков, слушать от такого, ну, уже сложно это воспринимать, но Рома уже супер игроков, игрок с супер большим опытом, и мне кажется, это очень правильно то, что он делает, и вообще... Тут много всего говорят, что он токсичный, мы знаем все эти клипы, Фишман, Станмит, но на самом деле Рома, вот с моего опыта, один из самых добрейших человек, один из самых добрейших людей, которых я встретил на просцене, он всегда заботится, то есть он где-нибудь пытается что-то тебе помочь, что-то там такой, а что тебе, тут нужна помощь, он очень добрый, и у меня есть такое чувство, что очень важно сказать, что Рома... Рассказывать, как Рома себя ведет, потому что вот это вот все, что есть в комьюнити, как будто на данный момент это вообще не заслужено, и Рома большой молодец. Надеюсь, у ребят все дальше будет хорошо, и все у них получится. Давайте, пока.